Ну, конечно, сейчас хочется побывать с ребятишками. Тем более начался год. Я очередной раз убедился, что детям нужен отец. Во время моего отсутствия трехгодовалого, когда я занимался тренерской работой, но также были вопросы и с учебой, с успеваемостью. Это жизнь, и, к сожалению, не сейчас же есть. Меня уже вчера в школу вызывали. Мы обсуждали с учителем там определенные вопросы, как Тёмка учится. Вот. Конечно, надо заняться с детьми, надо уделить им внимание. Ну и, честно говоря, немножко отдохнуть, потому что 3 месяца было очень динамичной содержательной работы. Практически без выходных, каждый день, с утра до поздна. Поэтому, если честно, организм берет свое, я сейчас много сплю.